Друзья, всем привет! Сегодня у нас теплый солнечный день. Суббота. На солнце на градуснике прогревается до 15. Ну, реально же температура в районе 10 градусов. В прошлый раз мы с вами ездили, катались на восточные квартала. Но в этот раз мы съездим с вами на Мирный туда, Степной, Заречный. Там покатаемся внутри квартала, поснимаем. Но здесь в центре тоже решил немножко поснимать. Но мы сейчас как выйдем на основную дорогу, буду ускорять, потому что ехать мы будем минут 20 туда. Ну и тут я уже много раз ездил, снимал, тут озвучивать особо нечего. Ну что, друзья, заезжаем мы на Щербакова. Дорога здесь новая, хорошая. Я как на Южный квартал всегда так езжу, через Лутугинскую. Так меньше горок и короче путь.
Что тут у нас идут? Магазинчики идут. Луганские деликатесы. Здесь народный еще остался. У нас народные в центре поубирали. С понедельника должны бары, рестораны и все остальное заработать, пока еще закрытые. Разливное пиво. Сейчас красный свет, ждем. Да, солнце вроде светит, друзья, но не греет. Здесь вообще вот 7 градусов. Ну, сегодня хоть ветра, вы знаете, нету такого сильного. Небольшие какие-то порывы есть, но постольку поскольку. А вот детский сад здесь. Внизу. Здесь МЧС или пожарка. Мы уже здесь ночью ездили как-то с вами. Здесь у нас маршрутки 147 ходят. Ну, это у нас, видите, сейчас какой-то здесь автоцентр, не знаю, работает, нет. Рядом вон мангал-гриль был, шашлыки. Здесь, помню, был первый эко-маркет. Ну, это у нас Лэмс завод. Сейчас хорошо работает, много людей на нем работает. И ИТР, и экономисты, и ЦСА работают. Ну, кстати, интересно, машин много стоит. Суббота, сегодня, видимо, работают. Наверное, заказов много. Это тоже их территория, но сейчас пустуют, потому что расширялись, а после войны расширение в Россию пошло. Там сейчас много места под расширение, но пока не используется. Так, ну это мы заезжаем, что тут у нас, Заречный. Сейчас мы, наверное, где-то здесь в дворы заедем и поедем через дворы, потому что по центральной улице мы здесь уже катались с вами. Солнце, глаза светит, ничего не видно. Заезжаем на тротуар. Сейчас во двор там заедем. Вот здесь у нас тоже магазины идут. Жили-мыли. Пивная лавка. Вот название жили-мыли. Не жили-были, а жили-мыли. Так, надо здесь сейчас попробовать заехать. Опа.
Ну что, вот мы и заехали. Здесь вот более новый дом, зашитый, красивый. Я здесь, честно говоря, с вами в первый раз еду. Я здесь по дворам никогда не гулял, не катался. Ну, кстати, на новую программу маршрут я полностью записываю. Будет видно, как я ехал. Прикольная программа. Тоже люди гуляют, ходят. Машины стоят много. Детей много. Гуляет. Ну да, последние такие деньки. Там уже будет 0 минус. Здесь не проедем, сейчас надо где-то сюда повернем. Вот о том, что я вам рассказывал, видите, трубы, идущие по наружу с отоплением. Не знаю, где еще так делают. Ну так люди ходят, людей много. А то многие говорят, что в Луганске людей мало. Да не, в Луганске много. В области, да, поменьше, а в Луганске много людей. Да, если бы не война, многие бы, я думаю, вернулись бы. Многие боятся начала опять по новой боевых действий. Ну, скоро, походу, должно что-то разрешиться. Так, ну а мы едем с вами. Сейчас будем туда в сторону кольца двигаться. Что-то школы я у них тут не вижу. Ну, честно говоря, не знаю, здесь на каждом квартале школа. Вот что-то внизу, но это, походу, детский сад. Да, это детский сад. А вот мы уже дебрями на кольцо выехали. Это мы сзади Абсолюта здесь катаемся. Сейчас выйдем спереди. Помню, здесь впервые в жизни шаурму попробовал. Какая она вкусная была. Под пиво-то. Люди сидят, гуляют. Молодежь на скейтах катается.
Да, здесь же квартала большие, здесь вообще, гляньте, жизнь кипит. Вон, полный маршруток остановки. Сюда и троллейбус, по идее, ходит. Здесь линия целая. А сюда, наверное, только сейчас и ходит. Сейчас, наверное, ходит с юга на восток троллейбус. На автовокзал я не видел, чтоб ходил. Так, это стоянка, дальше там проезда нету. Думал проехать, а там не проедешь. Музыка играет, народ ходит, гуляет. Бархан, суши хаус. А мы сейчас вокруг проедем. Вокруг рынка. Рынок уже не работает. Ну, а поздно едем. Сейчас уже ближе к 3 часам. Сегодня что-то долго я собирался. Люди, как вы видите, есть везде, ходят, гуляют так. Тут вокруг так не проедешь. Школа вдалеке. Ну, сейчас мы пока. Везде, кстати, стоят, смотрю. Контейнеры под пластик, детская площадка, вон. Лежачие полицейские, молодежь сидит, гуляет на лавочках. Вот здесь я знаю, что большая школа, 41-я или какая-то, по-моему. Сейчас попробуем вниз съехать. Интересно, здесь плиткой выложено. Что-то здесь типа парка, что ли, было. А, это ледовая арена у нас здесь получается внутри. Я, честно говоря, ни разу в ней не был. Шашлыки, что ли, жарят, собираются. Молодежь. А вот это, наверное, школа вдалеке. Сейчас мы на хорошую дорогу выйдем. Да, вот у нас ледовая арена. Вроде работала. При злочинной Владе Януковиче была построена. Да, мусорники вон чистые, все убрано. Да, Майдан, друзья, это наша трагедия. Первый, второй. Это печально. Здесь что-то кусок дороги вообще нету. Ну, здесь, наверное, мало кто ездит. Там объезд есть. Еще и вода бежит. Ну, периодически у нас где-то вода бежит.
На рынок еще работает частично. Картошка 50, 47. Капуста 35, морковка 35. Вот был Райффайзенбанк, а сейчас что-то ремонтируют. Что-то будут другое делать, походу. Здесь тоже магазин «Семь морей». Когда-то здесь клуб был ночной, ужасный. От сети «Куражей». Я уже забыл, как он называется. Ну, гадюшник тот еще был. А вот «Сильвер», «Семь морей» очень хороший. А ну, секунду, друзья, сейчас карту посмотрю. И поедем дальше. Так, ну что, продолжаем наше движение. Это у нас Пегас здесь. Двухэтажный бар. Неплохой такой. Как-то там праздновали какие-то мероприятия мы. Мы уже ездим полчаса. Проехали мы где-то 10 километров. Едем назад. Помню, здесь крутой ночной клуб был, а вот где, что-то никак не пойму. Где-то вроде здесь на кольце был. Тут так построили, что дорогу перекрыли. А, вот он, наверное. Да, вот он, наверное, но только сейчас ни вывески, ничего нету. Наверное, не работает. Что-то мне казалось, что он с другой стороны. Он тут несколько этажей. Да, раньше крутое место было. Машин много, людей много, жизнь кипит. Бархан. А, кафешка. Здесь мусорники чистенькие, убраны все. У меня здесь где-то друг живет. Ну, так давно уже у него не был.
Там тупик. Какие дома здесь. Тихо, уютно здесь. Плиткой обложены. Ну, так понимаю, панельные дома. Только более современные. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 11-этажки. Вот садик у нас. Сейчас поедем. Где-то тут и китайский ресторанчик был неплохой. Что-то мы когда-то в нем праздновали, не помню. После школы там уже. Ну, дворы все заставлены машинами. И на русских номерах, и на ЛПРовских наших. Ну, вот это, наверное, ресторанчик. Китайский был. Вот китайский ресторан был когда-то давно. Лет 15 назад. А потом вот тут вот, сейчас тусовка, я смотрю, называется. Ну, не работает, походу. Детский сад. Да, много детей гуляет. А здесь медицинское какое-то учреждение, то ли станция скорой помощи, то ли что-то такое, скорые стоят. Красного кирпича, красивый дом. Магазинчик продуктовый.
еще один магазинчик. А может, вот здесь бар был, честно говоря, тоже похожее такое место. Наверное, вот тут вот бар был, друзья, раньше. А не там. Ну, там тоже, но другой. А вот здесь вот где-то во дворах у меня одноклассник живет. Ну, не знаю, если не продали ни квартиру. Где-то здесь, по-моему. В этих домах. Бордюры большие. Не будем заскакивать. А вот это что, интересно, школа. Походу дела школа. Сейчас найдем. Ух ты, тут даже походу несколько школ. Вот это у них спортзал или несколько корпусов. Ну, друзья, не обессудьте, первый раз здесь. Ничего не знаю. Заречный 20. Никого в субботу, тишина. Сейчас посмотрим, что здесь. Пятьдесят седьмая специализированная школа, друзья, это. Интересно, это их тоже корпус. Ну, тоже зашитые здания, утепленные. Но покататься здесь неплохо, территория большая. Это здание по форме такое же, как и то, походу. По одному проекту построено. Футбол играют. Не холодно же. Здесь что у нас? Тоже 57-я школа. Все 57-я, и то, хотя два здания. Интересно, как у них тут учеба идет. Может, в первой начальная школа, во второй. Уже старшие классы. Но это все 57-я школа, интересно. Ну, по факту две школы, два здания больших. А здесь вот детский сад. Второй тоже детский сад.
Интересно, в субботу просто гуляет по ходу по территории детского сада. Вряд ли он сегодня работает. Наверное, просто родители с детьми гуляют. Но очень много маленьких детей, я вам скажу. У нас в центре поменьше как-то. Конечно, в нашем детстве детей было гораздо больше. Сейчас не сравнить. Со мной одного возраста тогда. У нас в доме 50 квартир, да. В моего возраста там плюс-минус 2 года. На человек 20 было на 50 квартир-то. Сейчас, конечно, меньше все равно. Но, друзья, все равно дети есть. Это хорошо. Теперь поедем туда, в нижний квартал. Мирный или как он там? Не, Мирный — это вот тут возле кольца. Степной, наверное, который туда в сторону Луганского моря. Все бы ничего, если было бы теплее, друзья. Ну, пока, слава богу, снега хоть нету. Ну, пирожками пахнет. Где-то пирожки жарят. Ну, здесь много всяких кафешек закусочных на кольце. Волга старая стоит. Лайка красивая, гляньте, какая бегает, а? Игривая, молоденькая. Ай, красотка, а, красотка. С хозяйкой вышла погулять. Но здесь дорога хорошая. Это, наверное, потому что она между кварталами идет. Туда вглубь. Интересно, здесь еще школы есть? По идее, что-то должно быть еще. Неохота раздеваться. В смысле, перчатки снимать. Сегодня, кстати, ботинки одел. Поэтому ноги, слава богу, не мерзнут. Едем козьими тропками. Через терник к звездам. Ну вот школа. Кошаки вон большие, упитанные, гуляют. Он один, и он второй. Ну, не худые, большие. Поле что-то здесь футбольное заросшее. Никто не играет. А, ну это мы вернулись с вами к Ледовому дворцу назад.
внизу у нас школа. Ну, сейчас объедем вокруг. Вокруг у нас дома идут. Тут какая-то школа. Лугигим. Какая-то гимназия. Средняя школа. Номер 60, имени 200-летия города Луганска. 1 сентября 95 года. Ух ты! Даже вот так вот я даже не знал. Ну, наверное, в советское время начали строить. А во времена Украины в 95 году, скорее всего, закончили строить. Ну, это, наверное, последние постройки, которые у нас такие строились. Так у нас только торговые центры, друзья, строились. Ну, небольшие заводики, какие-то частные цеха, может, типа Лемза и так далее, там на территории потом появлялись новые какие-то цеха небольшие. А так в основном все в старых цехах. Ну, конечно, я вам хочу сказать, что у нас уже еще до войны больших производств уже не осталось ничего, ну, кроме таких вот, как пищевых всяких там, типа молокозавода, мясокомбината, такие именно промышленные предприятия, типа завода Ленина. Завод Ленина один из первых развалился. Ну, приватизировали, разворовали. Так, а это что у нас за школа? Завод УР оставался, ну такой он. Конечно, меньше людей работало, чем раньше, но... Нет, здесь не проедешь, надо с другой стороны. Завод УР только оставался, ну там гораздо меньше людей работало от того, сколько там изначально, конечно, было. Машзавод 100 тоже развалился, ну на его территории хотели что-то делать. Снежок. Ну, это, походу, с арены ледовой выкидывают, что-то с ним делают. Чистят, что-то убирают. Я пытаюсь школу вокруг объехать, чтобы посмотреть на нее. Сейчас пока хорошее теплое время, снимем побольше, чтобы потом уже не съездишь на велосипеде сюда. Академия детства здесь, ух ты, не школа, академия детства какая-то. Сейчас посмотрим на телефоне. Да, Луго, Академия детства, так и называется. Ну, наверное, школа какая-то раньше была. Интересно, до какого возраста здесь дети занимаются. А видите, вдалеке там уже частный сектор у нас идет. И там туда Луганское море дальше будет. Много людей гуляет. Хороший день, ветра нету. Да, в какие большие квартала с школами, с детсадами, с больницами в советские времена строили, да.
Сейчас так не строят, а заводов сколько строили. Так, ну что, друзья, практически мы тут все обкатали. Будем сейчас на выезд ехать. Сейчас поедем, наверное, в сторону героев Сталинграда туда. Опа, а здесь тупик. Когда-то кафешка, походу, была. Кошаки везде бегают. На районе магазин. Где-то музыка вдали играет. Дети вон футбол играют. Собаки рядом с ними бегают. Да, день сейчас короткий, солнышко потихоньку начинает садиться. Все, сегодня хоть хорошо оделся, тепло, не мерзну. Но оно на велосипеде все-таки какая-то скорость есть. Обдувает. Кто-то здесь жил, кто-то здесь учился, кто-то и сейчас здесь живет. Ну, видите, шашлычки жарят, это мы здесь проезжали до этого. Молодежь. Ну, что, суббота. Я тоже раньше каждую субботу любил отдохнуть хорошо. Взять, едя из Луганска в Россию, в дьюти-фри виски какого-нибудь, пойти в гости к друзьям. Или к себе кого-то позвать. И тоже у меня там в Каменске осталась хорошая сковородка. Гриль-газ. На ней можно было шашлычков пожарить. Или ножик-крылышек. Здесь мне сейчас в Луганске не хватает. А в продаже у нас я таких не вижу. Это только надо через интернет заказывать, скорее всего, в России. У нас раньше их в Луганске не было, их только можно было заказать через интернет-магазины. Но мне сестра тогда заказала, подарила сковороду, спасибо ей большое. Тогда она стоила 165 гривен, по-моему. Ну, я не помню, это год, наверное, 12-й был. Там в России когда-то я смотрел, они там были, вот. 1500, но они там разные есть. Есть эмалированные, есть из нержавейки. Ну, у кого дома гриля нету,
советую. Классная тема. Ну, честно говоря, дорого стоит там на самом-то деле. Два металлических тазика и решетка. Так, ну что, покидаем мы эти квартала. Поедем сейчас потихоньку в сторону дома и заедем уже все равно по пути, чтобы потом отдельно не ездить. Камеру чуть-чуть прикрутил, а то от того, что вращаю туда-сюда, начала откручиваться. Ну, понятно, Южноград. В нем Спар, супермаркет, булочки и все такое. Здесь единственный недостаток, вот как ехать по этой дороге, ну, с учетом велосипеда, в горку сейчас придется в большую заезжать. Сейчас здесь, наверное, заедем в квартал, поедем по диагонали. Так, ну что, заехали мы.
тоже дети гуляют. Кто-то рыбу жарит, рыбой жареной пахнет. Тоже, друзья, здесь первый раз еду. Детский сад. Здесь даже летний кинотеатр когда-то был, или площадка для чего-то, для выступлений. Далеки он, школа тоже. Ну, кстати, луну видно. Растущая луна. Сейчас подъедем к школе, посмотрим, какая это школа. Тоже дети играют в футбол здесь. Ну, видите, футбол сразу, если играют, поле вытоптанное все. Сейчас футбол прохладно уже играть, можно простыть только так. Так, а здесь у нее центральный вход, наверное, с другой стороны. А здесь вот баскетбольная площадочка. Здесь, видите, такие особнячки. В секторе частном красивые такие домики. Я не знал, что здесь такие есть. Да по Луганску много такого элитного жилья, друзья. Много, конечно, таких сбежало. Улица Азовская. Так, здесь у нас что завалено. Придется назад ехать. Интересно, где центральный вход у школы. Дети вон катаются на самокатах. А что здесь асфальт хороший? Тоже детский сад. Ну, тут в каждом квартале по несколько детских садов и школа большая. Вообще удобно, конечно, так вот, когда все рядом с домом. У нас в центре детские сады превратили фирмы всякие, выселили оттуда детские сады, приватизировали, наделали там офисов. Убежал. Центральный вход где-то здесь, походу. Вот это, наверное. Ух ты, даже памятник кому-то стоит. Сейчас подъедем, посмотрим. Она, может, не работает, эта школа, что-то как-то непонятно. Вывески никакой нет. Рокоссовский, маршал Советского Союза. Величайший полководец. Умер в 68 году. А, не, вон табличка висит, сейчас посмотрим.
школа номер 55 здесь, друзья. Собакины под колесами бегают. Но здесь интересно, здесь все плиткой вымощено. Здесь все любят маленьких собачек, я смотрю, у всех одинаковые эти бородатые. А он хотят хаски. Едем дальше. Может, кто-то из моих подписчиков здесь жил, а может, кто-то в будущем подпишется, найдет канал. Вы, кстати, советуйте канал друзьям тоже, знакомым, кто отсюда, а те пусть дальше по цепочке. Особенно, кто далеко уехал, за границу или в Сибирь. И давно не был. Смогут прогуляться вместе со мной по Луганску. Друзья, особо сильно ничего не изменилось. Особенно за последние 8 лет. Кроме разрушений в войну. Да, ремонт этих разрушений. Еще сейчас поедем на другой квартал через дорогу. На Ленинского комсомола. Это герой Сталинграда был. Он еще, конечно, большой туда дальше. Туда идет. Но мы уже не поедем. Вот здесь я уже бывал местами. Не везде, но бывал. В гости к родным сюда ездил. Так интересно, мы здесь проедем или нет? Такой узенький проход. Дорог здесь не знаю, поэтому едем через проходы разные. Но этот квартал поменьше, конечно. Он поуже, потому что там внизу яр идет. И завод там какой-то бетонный или... Нет, этот, да, бетонный, наверное. Или цементный какой-то. Раньше с него клубы... пыли шли, не знаю, сейчас работает или нет. Помню, здесь в посадке как-то шашлыки жарили, отдохнули, вот эта пыль шла, что потом как аллергия началась какая-то, обсыпала всего. Но здесь тоже у них есть своя школа, 41-я, если мне память не изменяет.
Да, ну вот школа у нас. Там мы сейчас вниз спустимся, а потом на нее проедем. Дети тоже, видите, сколько гуляют. Ну, хотя, конечно, для таких кварталов не так много здесь. С учетом сколько. Ну, хоть сколько-то есть. Уже хорошо. Тем более с понедельника им всем в школу и так далее. Каникулы позаканчивались. Здесь вот ремонт был, что-то рыли. Сейчас вроде сделали отопление. Здесь котельная у них внутри домов. Ну вот такие вот здесь, друзья, дворы. Да, город рос, расширялся в советские времена, конечно, колоссально. Но времена Украины все замерло. Потихоньку началась убыль населения. Заводы стали. Много людей эмигрировало. А вот это у них тут идет лесополоса. Здесь когда-то кафе неплохое было, помню, мы здесь праздновали день рождения сестры. Ну, что-то оно, походу, давно заброшено. Это у нас школа, вот, по-моему, 41-я. Кстати, детского сада я что-то не вижу здесь у них на территории. Может, там в глубине, по идее, должен быть детский сад. На территории квартала. Вот, может, детский сад или что-то был. Ну, что-то сейчас смотрю, разбомбили его. Не, наверное, офисы какие-то были. Ну, похоже на детский сад. Наверное, когда-то давно детский сад был. Это у нас школа. Завтра, наверное, съездим, если погода нормальная будет, опять на восточный квартал. Там поснимаем. Люди оглядываются, для многих электровелосипед диковинка. Это у нас центральный вход в школу. Ленинского комсомола 7G. Я люблю школу номер 41, написано. Охранник вышел покурить. Так, ну что, друзья, будем двигаться назад, домой. Солнышко как раз уже садится. Успели мы поснимать, пока солнце не село. Что вам хочу сказать в заключение? Надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее путешествия. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. Также хочу пожелать, как всегда, всем крепкого здоровья, берегите себя и близких,
До новых встреч, друзья. Пока-пока.